башен. А 12 часов сейчас начали башен. Правее взяли, левее. А не, один есть. Один есть и там. Да. Левее надо. Мешки не разбросали, контейнеры, по-видимому, даже дырок нема. Все, пулемет-то там работает. Нет, почти мешка. Потому что по тому же светит. Немножко правее. Чуешь, пулемет там стреляет? Да. Куда стреляют? Куда стреляют? Сюда стреляют, сюда. Откуда? Еще раз позначься! Я не знаю. Там, где дом, там... Бачишь, два белых дома, где дым белый поднимается. Еще левее, трошки желтый дом. А что это? Это патроны, что ли? Это в доме патроны, наверное. Это в доме патроны взрываются. БК! Все же в доме, Том. О, пряник пошел. Давай пряник, пряник. Это пряник пошел? Да. Пряник, привет. Давай, Борман. Все, оттуда пришла пристрелка. Опять вот. Давай, смотри, ты указания, давай, блядь. Парень простой, любит дискотеки, у него два новых диска.
Начинаем движение. Это не автоматик, это большой пистолетик. Хотя нет, он уже известен с двумя магазинами. 84-го года рождения, ничего парни. Опера не было. Черт, у вас сзади стрельба или мне кажется? Да, что-то слышно, блядь. Займите оборону сзади. Попробуйте понять, откуда стреляют. Один загружает. Один периметр. Решаю, блядь, сейчас по своим попадем. Все, стой. Контейнер, нарыты норы. Ну, смотри. Дайте нормально.